Всем привет! И сегодня на канале AliExpress Страна Чудес будет очередной обзор бижутерии. Сегодня начну я с брошечек. Приехала вот такая вот милота за 18 рублей. Всего лишь навсего стеклянные стразики клеены, но за 18 рублей. Просто прелестная брошечка. Я думаю, что я еще куплю ее в золоте, там есть. Вот такая вот застежечка обыкновенная. Вот такая вот прелесть. Своих денег брошка стоит. У меня все стразы приклеены ровно. Видела отзывы, что кому-то пришла кривоватая. Ну, это, как обычно, китайская лотерея. Кому как повезет. Приехала брошечка зонтик. Очень актуальная летом 2017 года. Лето нас в этом году просто радует бесконечными красками разноцветных зонтов, бесконечные дожди. Так что очень актуальное украшение в этом году. Брошечка была у меня в группе ВКонтакте, добавляли ссылочку. Была она по 24 рубля, сейчас она стоит гораздо дороже. Ну, как говорится, кто успел, тот купил. Поэтому почаще забегайте в группу ВКонтакте. Иногда надо что-то успеть схватить первым, чтобы что-то получить. Я уже об этом говорила неоднократно. Вот такая вот застежка, кому интересно, с обратной стороны. Обещала вам еще показать, я показывала уже такой оранжевый зонтик до этого, покупала, как поменять вот эту вот подвесочку на бусинку-капельку. Ну вот у меня не хватает ни времени, или иногда и настроения, или еще чего-нибудь. Все никак не доходит. Может быть, как-нибудь зимой, может быть. Уже ничего не хочу никому обещать, потому что понимаю, что мои обещания с моим временем, с моим настроением очень часто расходятся. Приехали вот такие сережки, я их уже показывала. Это уже повторный заказ. Сразу говорю, девочки, продавец высылает сережечки в коробочке. Это очень приятно. Вот такую милоту уже показывала. Доча у меня потеряла такие сережки, заказала повторно. Сережки безумно красивые. Стоят сережки, конечно, не рубль 20. Сережки этих денег стоят. Но я думаю, что, скорее всего, она их не потеряла, а просто кому-то подарила. Я уже говорила, что у меня доча добрая душа. Она может просто так кому-нибудь что-нибудь подарить, не задумываясь. Вот такие вот классные сережечки. Очень-очень-очень красивые, безумно красивые сережки. Ну и я бы не сказала, что звезда сегодняшнего обзора, но тем не менее, вот такой вот комплект, такой вот колье и серьги. Серьги вот с такими вот застежками. Мне они приехали немножко погнутые, так что это такая небольшая печалька, но тем не менее, само колье очень интересное. У продавца написано, что это кристаллы, это стекляхи, поближе сейчас покажу, это просто стекляхи, руку возьму. Но тем не менее, вот это колье, оно очень-очень красивое, очень красиво смотрится, причем как на шее, так и можно же на голову одеть, на лоб, вот это вот дело, все это будет очень хорошо держаться, очень замечательная цепочка, то есть на голову хватает, можно даже заколками зацепить, чтобы не слетело. Так что, если кто-то, допустим, занимается танцами живота и нужна какая-нибудь украшалка на голову, на лоб, очень хорошая вещь. В целом наборчик стоит 90 рублей. Этих денег он стоит. Рекомендую. За 90 рублей эта вещь вполне себе хороша. Дороже я бы не стала покупать. А за 90 рублей очень милый набор серьги и колье. Собственно, на этом сегодня все. Всем удачных покупок и пока-пока!